так, новый заказ, новое платье. Будет очень кропотливая работа по подгонке этого платья, потому что ткань достаточно сложная. Нужно подобрать правильную иглу, чтобы она не пропускала. И в этом первая сложность, самая главная сложность. Итак, смотрите, платье на одно плечо. Мне нужно будет, видите, сократить длину бретельки, углубить пройму и по полочке, по спинке. Талия здесь заниженная. Видите, то есть длина полочки не соответствует. Нужно будет открывать линию талии и уменьшать верх платья. Дальше здесь я отметила, здесь не соответствует центр груди, не центр груди, да, центр груди, да, не соответствует, только нужно будет работать по центральному этому куску, то есть уменьшать с двух половинок, чтобы было симметрично. Здесь я отметила только на какую величину. Дальше здесь по юбке она не хочет сборку, такую мелкую, нужно будет разжижить сборочку, уменьшить. Ну все, вот такая подгонка. Начинаю разбираться. Разобрала, сделала более доступность к платью, к внутренней части платья. Сняла молнию. Платье, видите, здесь двойное. По верхней части двойное. Значит, работа тоже будет двойная. Итак, я вам говорила, что мне нужно уменьшить длину полочки и спинки. Вот эта линия. Это встроченный поясок, обозначающий талию. Поэтому сейчас я здесь оверлок, видите, распускать его не буду. А быстренько срежу ножницами. Я так думаю, что это не сильно повлияет. Уменьшение вот этого пояса на 4 миллиметра. Итак, я срезаю, потому что нужно открыть и сократить, уменьшить высоту полочки и спинки. Срезала. Теперь можно выводить линию, новую линию. Вывожу линию. Вот так, без линейки, как говорится, глаз наметан. И отрезаю. Чуть-чуть отклоняюсь от линии. Это сделано. Самое легкое сделано. Теперь мне нужно убрать, да, укоротить бретельку, бретель,
и углубить пройму. Платье на одно плечо, видите? Вот. И дальше я буду сейчас раскрывать, делать центр груди меньше, потому что не соответствует центру груди для девушки. Сейчас я также подрежу подкладку, внутреннюю часть платья. И дальше буду работать уже с центром груди, с плечом и проймой. Следующий этап. Буду открывать вот эту рельефную линию. Только по одной стороне. Уменьшу расстояние между центрами. Только по одной стороне. Правильно? Зачем открывать две стороны? Здесь вот так вот оно уменьшится. Все. Открываю. Открываю, открываю. Здесь нужно открыть сначала линию переката, переканта, а затем уже работать с оверлоком. Здесь я тоже срежу оверлок, но здесь придется немножко потрудиться, снять вот эту отделочную строчку, которая держит перекат или перекант. Так, отключаюсь, потому что это не быстрый процесс. Итак, подхожу уже к концу, но сейчас будет примерка. Убрала здесь, изменила центр груди, уменьшила, углубила пройму, подняла талию, то есть высота полочки и спинки уменьшилась. Все, сейчас я притачаю верхнюю часть к юбке и будет примерка. Итак, примерка прошла отлично. Я всем довольна, как все получилось. Поменяла ей нагрудные чашечки. Поставила большего размера, чем были вот от фабрики. Здесь немножечко нужно еще прибрать или же проложить резинку. Скорее всего, я так сделаю. Уплотню немножко это место, потому что здесь, видите, платье на одно плечо, как говорится. И здесь нужно, чтобы вот эта часть не ползла вниз. Вот. Итак, я это сделаю. Так, здесь еще все сметка большим шагом на машинке. Это я готовила для примерки, поэтому здесь, видите, не состыковка такая небольшая. Значит, здесь мы договорились, я не буду срезать эту ткань, а здесь будет такая склада. Вот с этой стороны будет складка. С этой стороны идет разрез. Значит, я складу сделаю, закрою складу по величине вот от талии до открытия разреза, да, сделаю точно такую же величину, закрою. По полочке все удачно, вы видели, и пройма, и подняла плечо, углубила пройму, здесь центр груди изменила, по спинке еще работка предстоит с молнией, и все. Внутренняя часть, видите, вот сейчас в таком состоянии. Значит, эта часть, вот пояс, встроенный пояс, будет закрываться вот дополнительной частью. То есть сюда будет пристрачиваться и закрываться вот эта вся панорама. Вот. Все, платье буду дорабатывать. Девушка больше мерить не будет, заберет ее дочь платье. Вот так, у нее времени нет. Поэтому часто очень бывает, что девушки, женщины не примеряют уже в окончательном результате, потому что платье забирают или же дети, или же родители, или же мужья. Вот так. Не всегда удается показать уже конечный результат.
Итак, все, на этом заканчиваю это видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, оставляйте комментарии. И до следующих видео, до следующей моей работы. Всем хороших дней впереди. Пока-пока.